Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Значит, 6 марта я записала видео по такому проекту Крипто АД, где мы собираем монетки вот без вложений Крипто АД. Вот оно мое видео. Значит, собираем монеты. И минимальный вывод отсюда — одна монетка. Сегодня я сделала вывод, проверила. Платит почти инстантом. Вот у меня монетки мои. Вот коины. Коинс мы собираем. Сейчас у меня в данный момент по нулям. И я здесь работаю. Earn Crypto только на просмотре рекламки. Так. Так. Что-то у меня тут зависло. Так. Нажимаем сюда. Сейчас я покажу, где я собираю. Я в прошлом видео показывала. Вот у меня сейчас баланс по нулям, так как я заказала вывод. И так, вот серф АДС. Больше я никуда не лезу. Только вот на серфинге. И вот опять появилось. Не было у меня, как бы, и все просмотрено. И периодически появляется, как бы, рекламка. И вот собираю по монетке. У меня это все показано как. Значит, перейдем на почту. И вот Binance. Это было 36 минут назад. Мне пришел вывод с одной монетки. Так, 0.03XRP. Вот. Это было, как я сказала, уже 36 минут назад. Все замечательно. И, ну, это как бы, ну, пока я с браузера на браузер заходила, почту открывала, у меня зашла на почту, уже как бы письмо было, пришло. Ну, в принципе, это все, что я хотела сказать. Вот. На сайте, как бы, я просматриваю, так как я на нескольких буксах одновременно работаю, для меня это не трудно. Набирается очень-очень быстро монетки эти, и находиться не обязательно. Я как бы включу и пошла по другим буксам, как бы, потому что если бы я на одном буксе постоянно, как бы, сначала по одному буксу просматривала, то это мне и дня мало было бы. А так я сразу на нескольких буксах так вот перехожу. В принципе, на этом все. Всем удачи, больших заработков. Кому интересно, пользуйтесь. Реферальная ссылочка, кто хочет приглашать, находится. Сейчас покажу, где. Так, я уже показывала в прошлом видео. Так, это дашборд. Так, и реферальная ссылочка. Вот, реферал. Нажимаете. У меня два партнера. Один работает, другой не работает. Вот, наверное, сомневается. И вот ваша тут партнерская ссылочка. Ну, на этом вот уже все. Всем удачи, пока.